Итак, приветствую на моем канале. Сегодня мы поговорим о таком герое, как Ядовик. Это фракция ящеролюды, эпический герой класса поддержки. Именно на этом стоит сделать акцент, принять это во внимание, то, что это герой класса поддержки. И стихия у нас магия. Классная моделька персонажа. Это такой вот ящер, и голова вообще очень похожа на голову кобры. Очень крутая моделька персонажа. У него тут и посох, все светится, какие-то баночки, бутылочки. Ну, очень классно сделано. Как для эпика детализация очень крутая. И хвост, и все, в общем-то, мощно сделано. И мы говорим про навыки. Токсичная кровь атакует врага два раза. Если на цель действует штраф лечения, сокращает ее максимальное здоровье на 75% от нанесенного урона. Каждый удар с вероятностью 35% активирует на цели до 2 ядов. Точится это все на шанс. Точится на урон. Таким образом, с 50% вероятностью мы будем взрывать яды. Ну, тут активация ядов, другими словами, взрыв ядов. А поскольку мы бьем два раза, ну, с вероятностью 100% мы взрываем эти яды. Скажу так, по своему опыту, если взрываются этих два яда, плюс прок от ВДМ, урон может быть больше, чем у некоторых героев класса атаки, которые бьют с крита. При этом мы с крита также можем ударить, но мы не профильные герои атаки. Хотя урон и от атаки, но большого такого крита будет сложно добиться. И второй навык. Нейротоксин. Атака по врагу. С вероятностью 75% при апе 100% накладывают штраф защиты 60% на 2 хода. Если на цель действует яд, с вероятностью 75%, при апе также 100%, накладывает штраф атаки 50% на 2 хода. Точится на урон, точится на шанс и перезарядка комфортная 3 хода. Да, в одну цель это немного, не все можно сказать так гладко, но по факту каждые 3 хода мы можем держать врага и под штрафом атаки, и под штрафом защиты. Это на кланбоссе, на драконе, и на воинах фракции, и на самих волнах, и на самом боссе это действительно полезно. А поскольку штрафы мы можем талантами продлить, мы гарантированно можем держать, ну, неудобных, сильных противников под штрафом атаки. Это полезно, это круто. Свежий яд. Атака по всем врагам. С вероятностью 75% при апе 100% накладывает штраф лечения 100% на 3 хода. С вероятностью 75% при апе 100%, естественно, накладывает 2 яда 5% на 2 хода. Мы накидываем штраф лечения и яды. Это полезно для этого навыка. И мы, в общем-то, и подрываем те яды, которые сами накладываем. Это даже без учета, что нам какие-то другие герои с ядами будут помогать. Все три навыка между собой взаимодействуют. Герой автономный, абсолютно полезный. И штраф лечения сам по себе достаточно полезный штраф, потому что не могут полечиться противники ваши. Это классно, это очень круто. Это то, что будет нам реально помогать. И здесь же и пассивка. Враги под действием штрафа лечения наносят на 15% меньше урона. Таким образом, мы этим навыком срезаем им урон. И еще и штраф атаки. Абсолютно полноценный автономный герой, но штраф лечения нужно понимать, что он забивает полоску штрафов. Ну и на КБ мы будем большее количество ходов стоять и наносить урон, но тем не менее штраф лечения, порча и так далее, они висят на полоске штрафов, и это не всегда удобно. Вместо того, чтобы подвесить дополнительный яд, мы будем вешать штраф лечения. Но, тем не менее, мы будем получать меньше урона. Так что, ну, можно использовать, нужно использовать под КБ, этот герой очень хорош. Ну и по механике даров я взял властная сила, хотя можно потом теоретически его поменять. Здесь усиливает ауру команды на 2,5%, но с 2 звезд мы получаем здоровье плюс 3000. Это важно. Чем дольше живем, тем больше с ядом можем урон нанести. Можно теоретически поменять на призрачное касание. По талантам здесь супер
Понятно, здесь мы выходим просто на военных дел мастер, и теоретически для волн я взял круговорот ярости. Мы можем сократить перезарядку случайного навыка, если урон от одного навыка отнимает больше 30% максимального здоровья цели. Можно где-то ударить достаточно, ну вот почти-почти, если на нас будет, например, бонус атаки, бонус крит шанса, там бонус крит урона, мы можем нанести 30% эти и тогда откатим какой-то навык. Здесь просто все поднятие духа и продление штрафов. Можно потом взять снайпер. Но здесь ВДМ обязательный, потому что мы все эти кражи жизни ищем. По параметрам, по артефактам у меня расторопность, это меткость и скорость, и кража жизни лечит на 30% нанесенного урона по параметрам. Даже до 60 уровня герой не разгонял, уже и так помог мне закрыть войны фракции. 47 тысяч здоровья, ну можно в районе 50 тысяч. Атака 2200. И как мы выяснили в прошлых видео, для КБ достаточно защита 3200-3300, чтобы отстоять 50 ходов. Ну, при условии, что вас еще будет иногда лечить и давать вам бонус защиты, щиты союзников. Для того, чтобы отстоять 50 ходов, нужна защита больше 3000. Скорость. Ну и скорость у нас 197, крит шанс, крит урон здесь не удалось большой набрать, сопротивление 154, это маловато, но меткость 207 для 5 КБ 100%, для 6 впритык. Можно чуть-чуть где-то что-то поменять, например, баннер поставить на меткость, где-то может быть чуть-чуть лучше глиф дать на меткость, и сразу все заиграет. Ну вот, например, находим. Закинули лучший глиф. У нас меткость 214, уже на 100 КБ подходит. Таким образом, если у вас есть ядовик, и вы по каким-то причинам еще им не поиграли, доставайте, смотрите, играйте, герой полезен. Но, опять же, база атаки очень маленькая. На арене он точно нормально играться не будет. Смотрим режимы. Владыка демонов, логово дракона, воины фракции, цитадель духа, потому что штраф лечения. Замок лавы рыцаря, даже два удара можно использовать. Но атака на арене ожидаемо плохо. Защита на арене, цитадель силы не подходит по стихии. И вот крепость двуликого стража и склеп дьявола пустыни оценки также небольшие, но люди как-то играют. Нам приоритетно вот здесь оценки очень хорошие. Здесь действительно эти четыре режима зайдет. Это Владыка Демонов, Логово Дракона, Воины Фракции, Цитадель Духа. Опять же, будет полезно как на волнах, так и на самом боссе. Ну и Владыка Демонов нас сразу встречает босс, и мы ему сразу можем приготовить штраф атаки, штраф защиты, яды. Абсолютно понятный герой. Здесь, повторюсь, все навыки, они все друг с другом взаимодействуют, как бы синергия героя внутри самого героя. Нам в помощь нужны другие ядовики, ядовики, которые могут давать слабость к яду, герои, которые могут давать просто штраф, слабость, тогда у нас и подрывы ядов, и ВДМ, и призрачные касания, все будет лучше работать. Но опять же, штраф лечения, который позволяет нам получать еще меньше урона. Это также классно. Будет работать и с щитом союзников, и с просто щитами. Ну, герой абсолютно предсказуемый и справится даже новичок. Итак, смотрим крипту фракции. В лидерке стоял Живоглот, потому что он дает бонус защиты. Потом Джарек, это герой со щитом союзников. Дрейк, это подделка модельки на дракоморфа, но это просто такой эпик, который может наносить урон. У меня он слабо раскачан, большого такого интереса он не представляет. И Ядовик и Райзен нанесли, ну, достаточно уверенный, хороший, можно сказать, основной урон. Закрыл я Ящера Юда. И таким образом Ящера Людов закрыл я на 3 звезды 21 этаж. Без Ядовика все было бы намного сложнее. Тем более он у меня был, соответственно, не было смысла ничего придумывать, изобретать велосипед, поставил ядовика и прошел. Таким образом, у меня было две пятидесятки Джарек и Дрейк, которых я вообще по минимуму одевал, не готов был вкладывать в них ресурсов, особенно в Дрейка, он мне вообще не нужен. Просто герой, который кроме воин фракции нигде не играется.
Так что Дрейк, в принципе, уже можно на склад его отправлять. А вот Ядовик, Райзен и Живоглот еще буду ими играть. Если появятся какие-то другие ящеролюды, можно будет освоить быстрый классный фарм на там 19-х, 20-х этажей и Дрейка даже заменить на что-то. Джарек, он в этой пачке достаточно важен. Ну и Ядовик, соответственно, также. В общем-то, у кого есть Ядовик, смотрите, доставайте, одевайте, герои очень интересные.